Всем привет и добро пожаловать на канал Моторпор. Не так давно я начал ловить трофеев на разных водоемах и поставил себе цель в 100 звезд на аккаунте, а также дал вам обещание, что буду записывать видео на канал о всех интересных трофеях. Поэтому, если вам интересно следить за моим прогрессом по закрытию новых видов рыб, обязательно поддерживайте это видео лайком и подписывайтесь на мой канал. Всем приятного просмотра. Ёршнасарь, наверное, одна из самых обсуждаемых и желаемых рыб на низких уровнях, ведь часто является приятным приловом к другим видам во время фарма серебра на вьюнке. Своего же трофея мне удалось поймать на точке с координатами 118-124 с клипсой 8 метров на навозного червя с крошечным 22-м крючком. Находится эта точка в квадрате H3, и чтобы видео было более информативным, добавлю на карту все точки, на которых в последнее время попадался ёршнасарь. И на каждой из этих точек стоит использовать клипсу от 8 до 10 метров. Для ловли этой рыбы в основном используют червя навозного и личинку караеда, но иногда закрывают ерша и на личинку майского жука или носорога с 12 маленькими крючками. Думаю, стоит уточнить, что ёршнасарь — это ночная рыба и закрывают его в основном в темное время суток, а лучшее время для охоты за ним примерно с 8 вечера до 8 утра. На точке 118-124 сейчас кроме ерша носоря закрывают и рака, поэтому в ближайшее время постараюсь поймать и его, а далее уже буду закрывать водоем полностью. И кстати, трофей как всегда зашел очень неожиданно и спонтанно, поэтому отснять его на видео со всех сторон, как я изначально планировал, у меня не получилось. Точно так же, как и поймать носоря во вчерашний форумный турнир. Ведь до поимки трофея он у меня почему-то не клевал примерно 5 ночей. Важно помнить также и о том, что носоря лучше ловить на пикерное удилище, если в будущем у вас есть план закрывать квалификацию на фидер. Ну что ж, я пошел ловить новых трофеев, а вам спасибо за просмотренное видео и поставленный лайк. Всем мира и добра, всем пока!